вера есть стремление, попытка и способ преодолеть космическое одиночество человека и предчувствие конечного ответа, находящегося как внутри, так и вне тебя. Нас трое. Некто, я и все. Я родился в Египте и Греции. Это я открыл Северный полюс. Я плохо помню, как строил пирамиды Мексики и Египта, хотя сухой и горячий песок пустыни до сих пор не смываем на моих губах. Вырубленный мной для Александра Македонского, который тоже я, пергамский фриз свеж в моей памяти. Пронзительно белел мрамор, из которого властно и упруго, как дельфины из моря, вырвалась напряженная плоть скульптур, напряженная моим духом. Она взрывала упрямый камень. Боги специально недовылепили человека, чтобы я в мраморе мог довершить. Из этой мастерской на проспекте Мира он уезжал. Последняя мастерская. Здесь собирались его друзья, единомышленники. Круг Эрнста Неизвестного. Люди этого круга поведут нас по фильму. Мераб Мамардашвили, философ, полагающий, что философия – это сознание вслух. Вот он справа, в мастерской в день прощания. Здесь же Сергей Никитич Хрущев. Ученица Эрнста Елена Елагина. Сегодня автор надгробия Василия Шукшина. Это Евгений Шиферс, режиссер и писатель. Надпись на фотографии. Брату и другу Жене на память о мастерской. Владимир Янкелевский, художник. Снялись с Эрнстом в год манежа. Юрий Федорович Корякин, литературовед, публицист. Сегодня мало кому в нашей стране надо представлять этого человека. Вячеслав Всеволодович Иванов, ученый, семиотик, воистину человек Ренессанса. Скажет об Эрнсте свое слово художник Эдуард Штейнберг. Вот одна из последних фотографий, подарена мне на прощание. Здесь Эрнст с Марселем Марсо. В этой мастерской мне довелось наблюдать много замечательных людей, практически со всего земного шара. Одно из неизгладимых впечатлений я присутствовал, когда сюда пришел Нильс Бор. 21 октября 1988 года в книжном обозрении Эрнст опубликовал свое письмо в редакцию. Вот что он пишет. «Я разделил судьбу многих гонимых. Я был подопытной мышью, на которой ставился эксперимент по убийству, заложенного природой, стремления к творчеству. Пережил опыт, уклонился от лоботомии, выжил и не лишился дара думать и говорить. В истории человечества не было подпольных скульпторов, были непризнанные, а признанных и одновременно загнанных в подполье не было. Эта сомнительная честь выпала мне. Я думаю, что именно в результате подобных явлений мы сегодня часто слышим об искусстве. Вторая действительность, катакомбная культура, эндграунд, подземные. Последние минуты. Пишется рецепт. Просят оттуда прислать лекарство. И еще из этого же письма на родину. Культура всегда была миграцией людей и идей. География и сегодняшнее местоположение моего тела не имеют значения. Думать и говорить я не только имею право, это мой долг. Фантастическая судьба. Вы же знаете, что на него пришло две похоронки. А мать ждала, как всякая мать.
и увидел, как он подошел к дому. Подошел и исчез. Мистика? Нет. В баню пошел. Тоже характер. А мы говорим о пессимизме. И это запредельность какая-то. Точку отчаяния, и там уже какое-то светлое пространство свободное открывается. И в нем нужно жить, потому что художник неотделим от сознания, что любой лад, смысл, гармония, порядок абсолютно маловероятны и хрупкие, если они есть, и маловероятно, что они вообще будут. И когда они есть, это незаконная радость. Вот все против того, что выдавало, а это есть. И за этим, конечно, стоит нечто называемое тайной, которую и раскатывает художник, и она органически вплетена в его существование. Он может осуществляться и как личность, и как творец только через вглядывание в эту тайну, через прохождение колодца страдания, пройдя которые можно увидеть за бездной нелада, несправедливости, жестокости, какую-то скрытую гармонию. И мне кажется, поиск любви в этой бездне, зла и несправедливости. Утерберг, Швеция, февраль 89 года. Слушай, что ты такой загорелый? Ну, я же из Майами. Отдохнул немножко. Ну, не совсем отдохнул, там чуть-чуть бизнес был. Все вместе. Ты знаешь, мне так трудно было без тебя снимать о живом человеке и не общаться. Слушай, что ты мне кричишь через океан? Я живой, я живой. Я знаю, что ты живой. Нет, я могу тебе объяснить, в чем дело, Володя. Дело вот в чем, что... Когда человек переезжает через границу, то ощущение такое, во всяком случае, было, сейчас немножко оно, ну, как сказать, разрушилось в связи с властностью. Ощущение такое, что как бы он не то умер, не то ушел в другое измерение. Это очень странно, когда, скажем, это примерно так же странно, как я начал о себе говорить в третьем лице. Я слышу, когда вы обо мне говорите, ну, например, он был смелым. Для меня это значит, я был, а как сейчас? Да, Женя говорит все время. Понимаешь? Он мог кричать, но он кроткий, он чревный. Ну ладно, вопрос не в этом.
тут есть какое-то очень странное нарушение, когда география, как понятие географическое, начинает вводиться в понятие духовное. Да, но ты забыл нашу географию. У нас Стокгольм намного дальше, чем Владивосток. Ну, так это не моя вина, а ваша беда. Ты знаешь, Володя, мне кажется, это неестественно. Эрнст, а мне так нравится твоя повесть «Лик, лицо, личина». И мне кажется нормальным от первого лица сказать. Нас трое. Некто, я и все. Я родился в Египте. Я плохо помню, как строил пирамиды Мексики и Египта. Ты знаешь, Володя, дело в том, что почему я тебе объясню, это неестественно. Сама повесть называется «Лик, лицо, личина». Если ты знаешь старую православную семантику, в каждом человеке содержится божественное начало – это лик, повседневный человек – это лицо, и то темное, что из него выходит от дьявола – это личина. Значит, о чем книга? Книга о том, что личность пребывает на этих трех этажах – личность художника, личность человека. Книга о борьбе романтики, героики с пошлостью повседневности. То есть битва против личины за лицо. Когда я говорю, я родился в Египте и Греции, это я открыл Северный полюс. Я плохо помню, как строил пирамиды Египта. Зато сухой и горький песок пустыни до сих пор на моих губах. Вот так вот величаво, на катурнах. Это, говорю, не я, Эрнст Неизвестный. Это, говорит, универсальный человек. Это не кусок моей биографии. Это кусок генетической биографии моего искусства. Искусство ведь впервые вызывает к жизни то, что без него и родиться не могло бы. В этом смысле оно не выражение человеческих состояний. Рильке еще говорил, что стихи вовсе никакие не чувства. Стихи – это то, что рождает чувства. Вы знаете, Мераб, я был 20 лет рядом, был фотографом при нем. И, конечно, я не мог ему быть другом ни по возрасту, ни по интеллекту. И только сейчас я осознал, что рядом со мной был человек на все времена. Судьба? А судьба, она на все. А что вас
привлекала в нем мира. Ну, то есть родственная, да? Искорка личностного начала в нем. Она-то во всех людях есть. Но задавленная 20-30-е годы, она в ходе войны вспыхнула и опалила людей. И, наверное, поэтому опасались этих людей и откуда могли устраняли. Для Эрста характерно врываться в пространство, осваивать его, заполнять поле риска, инициативой, взять на себя. Понимаете, в войне человек узнал себя, а человек, узнав себя, опасен для темной и костной власти. А у Эрста, и так и как он, эта искра прибыть, существовать, она горела, и эта искра и гуляла на российских пространствах. Понимаете, вот мы говорим о мастерской. Вот у человека есть слух, глаза. Глаз видеть хочет, а слух слышать. И вот каково ни одну секунду Божьего дня не слышать вокруг себя спонтанной, естественной, свободной речи. А это ведь потребность, необходимость человеку, развитому человеку. Жить в стихии свободной речи. Ну, мастерская, наверное, удовлетворяла эту потребность. Зарвавшись над рекою,
сейчас я у окна, и мой большой, много раз сломанный нос расплющен о стекло. С другой стороны, расплющив свой стройный носик, выглядываю я, маленький и чрезвычайно умный. И зовут меня Эрик. Эрик с сожалением смотрит на Эрнста, а Эрнст на Эрика с уважением и грустью. В детстве у меня была тайная страсть. Я часами смотрел на калейдоскоп, намерзших на окно снежинок, или ритмичный ток дождя. Тогда возникали живые картины. Став маленьким, я проникал внутрь человека. Фантастическое, многообразное человеческое устройство ошеломило меня и запомнилось навсегда. Мои главные проекты – площадь мысли с головой планетарием и мозгом космосом, древо жизни в форме разъятого сердца. Есть попытки восстановить мои детские впечатления о вселенной человеческого тела. Я хотел во что бы то ни стало быть великим. Закалял волю, побрил голову и поливал ее ледяной уральской водой. Дал себе слово никогда не врать и протестовать против лжи. И это роковое решение довело меня до нервного стресса из-за легкомыслия взрослых, привыкших всегда врать по пустякам и не придававших этому никакого значения. Тогда я впервые почувствовал вздорность, условность и фальшь человеческих взаимоотношений, в основном построенных на лжи и умолчании. Распятия, которые в большом количестве появились в мастерской неизвестного в 70-е годы, бесспорно неканоничны. То есть это не канонические распятия Римской католической церкви и Византийской русской церкви, которые требуют к себе не художественного осмысления, а догматически определенного и обязательного для членов общины культового почитания. Ну, я думаю, что неизвестный не настолько безумен, чтобы требовать от потребителей его искусства культового почитания. Что было крайне интересно, что он уловил в состоянии творческого пропоиска, как почти ученый-археолог, архетипы культуры, которые складывались сильной магической интенцией в определении культуры как преодоление смерти. Это крайне интересный феномен. Мы все выросли в марксистском алфавите, ходили в школу и так далее. По этому алфавиту культура есть деятельность по обогащению. А если нет этого обогащения, то порождаются эфемерные загробные веяния. Никаких слов о преодолении смерти в этой терминологии нет. И вот он, окруженный друзьями, марксистами, Корякин, Мамардашвили, Зиновьев, нашел алфавитный набор, вновь подтверждающий, что культурная деятельность, а он деятель культуры, он художник, страстно работающий, есть деятельность по преодолению смерти. Это чрезвычайно важно. Интересно, что в распятиях неизвестного
появляется тема распятой семьи. Если это светлый поиск, то это такое научное открытие, которое стоит в силе, так сказать, великих физических открытий. Он уловил, что в русской культуре совершено распятие семьи. Покаяние в этом деянии, если не будет сделано, будет приводить ко всему тому потоку страшных головоращений, которые зафиксированы в его работах. Если бы на страшном суде, я бы сказал все-таки так, что при всей, я бы даже сказал, симуляции сильного, агрессивного человека, он был кротким. Поясните, пожалуйста. Кротость – это приятие жизни, искать высшего. Вот соблазн очень одаренного гениального художника – это почувствовать себя, так сказать, на пьедестале, но он к бытию, да, относился чревно. Чревно. Он мог орать. Ну, если бы дело конкретно сказало, ну, ты орешь так, ну, отруби ему голову. Ты что, с ума сошел? Вот это важно, конечно. Мы встретились, когда каждый из нас должен был немножко смириться. У меня никогда не было такого стимулятора, возбудителя, понимателя, чем Эрик. Ну, разве еще Высоцкий? Он, конечно, человек колоссальных потенциальных возможностей. У него очень ясный, рационально построенный ум. И когда он о чем-то рассуждает, это замечательно. Но я думаю, это глубже. Это касается и его собственной личности. Это идея диалогичности и полифонии, то есть наличие многих голосов внутри одного человека. В каком смысле вещи Эрнста диалогичны? Он, конечно, всегда думает о том, для чего вещь делается. То есть он всегда пытается установить контакт с миром. Я думаю, что в мире, который в состоянии был бы с ним разговаривать, если бы он говорил только шепотом, Эрнст говорил бы только шепотом. Но мир оглох и в состоянии слышать только крик. Он несет в себе свой век, но не несет в себе характерные дефекты века. Вот нарушение общения – это характерный дефект века. Он в этом смысле вот продолжает традицию. Традицию, которая рассчитана на то, что искусство не разъединяет, не обосабливает творца. Творец может оставаться при этом одиноким. Я вообще считаю, что требовать от людей, и это, кстати, требование очень российское, и чтобы они были героями, нельзя. Но несомненно, что в мастерской мы дышали воздухом свободы, когда сидели, встречались друг с другом или просто молчали. Вообще-то с Эрнстом разговаривать было трудно, он монологист, он эгоист, или вернее, если взять стендалинский термин, эготист. Если учесть еще его темперамент, то, конечно, это крайний эготист. Мира, простите. Мне кажется, что вы и ваш круг скрашивали его искусственно создаваемое одиночество. Я с вами согласен и не согласен. Это очень трудно выразить. Я думаю, что Эрнст был и есть очень одинокий человек. До крайности одинокий и должен быть таковым. Еще ведь Августин говорил, что только бездна с бездной перекликается. То есть только нырнув в свою бездну предельного стояния лицом к лицу абсолютным одиночеством, ты можешь услышать другого и быть окликнутым другим. Юрий Федорович, ощущаете ли вы по-прежнему, что у вас есть друг? Если да, то на чем держится это ощущение? Абсолютно ощущаю, и ко всем этим перерывам отношусь просто как к чему-то механически досадному. Эрнст был у меня беспощадным совершенно критиком.
Я его боялся. И никто мне так не помогал, потому что это было всегда абсолютно беспощадно и никогда не унижало. То есть я устыжался своей глупости, но не был унижен. Это очень важно. Такими, каковы мы есть сейчас, нам из этой пропасти не вырваться, потому что речь идет не просто о выживании и просто о сохранении статус-кво жизни, а именно о духовном возвышении как единственном условии спасения. Причем, если раньше, до 20 века, это было сопротивление смерти индивидуальной и национальной, то сейчас стало культура одолением смерти общеродовой. И мы загнали себя в такую пропасть, что из нее не выкарабкаться иначе, чем подвигом. И главное завоевание сейчас – это то, что процесс расчеловечения, наконец, перед угрозой смерти, обратился в процесс очеловечения, как условие через культуру одоления смерти. Я думаю, Юрий Федорович, что драма в том, что такие носители культуры уезжают от нас. Конечно, они уходят частичка бытия духовного. Это Лев Зинович Копелев. Он одним из первых начал писать об Эрнсте Неизвестном. Вообще, это человек, необычайно много сделавший для нашей культуры и совести. В 1945 году, в конце войны, под Берлином, он был репрессирован. Сидел вместе с Александром Исаевичем Солженицыным. Именно он отнес повесть «Один день Ивас Денисовича» Твардовскому. Так мир узнал о существовании большого русского писателя. Копелев вполне логично разделил судьбу гонимых Неизвестного, Виктора Некрасова, Андрея Дмитриевича Сахарова и многих других. Вот они вместе. Некрасов, Копелев, Сахаров. Год 60-й, до изгнания еще далеко. Здесь, на этой фотографии, Лев Зинович у гроба Бориса Леонидовича Пастернака. Еще одного гонимого. Лев Копелев в 1958 году привел меня в подвал мастерскую у метро «Аэропорт». Мастерскую Эрнста Неизвестного. Находящуюся в 40 метрах от этого входа, от этой вывески Союза художников. Сейчас мы пройдем эти 40 метров. Между подъездом с вывеской «Союз художников СССР» и подвалом Эрнста находился всегда пустующий выставочный зал. Публика не жаловала его экспозиции. Но, несмотря на пространственную близость, для Неизвестного за все годы не нашлось в нем места, как, впрочем, и в других залах «Союза художников». Вот рассказ Эрнста об этом подвале. Ты помнишь этот подвал? Ну, такая труба вытянута вверх, да. Бесконечно высокий. Стоячий гроб для гиганта. Лечь нельзя, а стоять можно. И был период, как ты помнишь, что у меня накапливалось столько работ, что мне приходилось их разбивать, потому что некогда было девать. А потом мне пришла в голову простая мысль. А чего их разбиваю? Я складывал работы на пол и накрывал досками, создавая, так сказать, пространство, между которыми они находились. И так я, значит, поднимался вверх. Дошло до того, что я уже поднимался по небольшой лестнице наверх. Сергей Никитич, что вынудило Эрнста уехать навсегда? Вы знаете, Владимир Александрович, ведь на самом деле Эрнсту, большому мастеру, за все годы так не удалось поставить в Москве ни одной крупной работы, хотя он немало выиграл конкурсов и немало было принято об этом решений. И уже, когда исполнилось 50, у него была мечта где-то установить, как он говорил, главную работу своей жизни – «Мёбиусы». И когда их не приняли к постановке здесь, он их хотел попробовать поставить там, на Западе. Тогда он говорил, что их можно приурочить как подарок к юбилею ООН. И ему хотелось поехать туда и попытать счастье, может быть, в последний раз, хотя оказалось, это не последний раз. И он думал, что, попробовав, он сможет вернуться сюда. Но, однако, как я понимаю, его коллеги очень боялись, что он сюда приедет победителем, и предприняли все меры для того, чтобы он не мог получить, не уехал с советским паспортом, не мог бы вернуться обратно. И, как последнюю меру, они обратились к Суслову, который, так сказать, санкционировал, так сказать, запрет у него на отъезд с советским паспортом.
Я сказал Никите Сергеевичу, что я могу разговаривать только у своих работ. И он последовал за мной. Это было что-то странное, я этого не ожидал. За ним последовала вся свита и вся масса художников, ну, все, кто были. Началась дискуссия. Должен подчеркнуть, что с Хрущевым вообще мне разговаривать было легко. Его психобиологический тип, какой-то бионический, что ли, ритм, соответствовали моему ритму. Между прочим, забегая вперед, я помню, там было жарко, и когда в конце он мне все-таки подал руку, сказав, что у вас два человека, ангел и дьявол, я подумал, какая сухая рука, ну и здоров. Дело вот в чем, что Хрущев говорил прямо, неквалифицированно, но прямо, иногда наивно, например. Я был шахтером, не понимаю ваше творчество. Я был политработником, не понимаю ваше творчество. Я стал первым человеком в партии, в правительстве, и все не понимаю, для кого же вы работаете. Мне хотелось ему сказать, надо учиться, Никита Сергеевич. Я этого не сказал. Но интересно, что все-таки мне иногда его удавалось загонять в тупик, когда я был открыт и так же непосредственно, как он. Но как только я начинал чуть-чуть лицемерить, он тут же все это понимал и брал верх. Вообще, я думаю, что организаторы провокации, а то, что это была провокация, это бесспорно, была направлена не только против общей либерализации, не против только меня лично, допустим, но и против него. Просто те, кто разрабатывали психологический портрет мой, ошиблись во мне в том смысле, что я смог говорить, они рассчитывали, что я перепугаюсь, или мы перепугаемся, но дело в том, что они... разрабатывая его психологический портрет, не поняли, что, оказывается, Никита Сергеевич может не только говорить, но и слушать. Он слушал меня. Они, конечно, рассчитывали, что Хрущев проедется по нам, как танк. Этого, увы, для них и хорошо для нас не получилось. Вокруг Эрнста возникало поле. Есть фотография, замечательно. Длинный стол, там... идиотом таким долговязым Суслов, ну вся эта Кириленко, вся эта... И нет Эрнста, и есть Эрнста, а их нет. Вот они, магнит там стоит, а эти опилки почти в халуйской сосредоточенности на него ориентированы. Потрясающая сцена, и может, вокруг него крутится все. Не Никита там даже, у них подобострастие пустяшных страстей по отношению к Никите, то тут вот контрапункт. Ничто, оказывается, по сравнению вот с этим магнитом настоящих страстей. Исходным опытом, который заставил меня по-новому взглянуть на искусство, в том числе на скульптуру, была война. Соотношение жизнь-смерть было для меня в первые годы работы почти навязчивой идеей. Вот что пишет 17-летний юноша, ушедший на войну добровольцем в 43-м году. Июнь 44-го, Кушка. Единственное, чего я боюсь больше всего, это не участие мое в войне. У меня хватает воли переносить любые трудности, но заглушить в себе желание творить очень трудно. Октябрь 44-го, Ашхабад. Впереди офицерство. Как же будет с искусством? Но впереди фронт, а потом видно будет. Гензендорф, май 45-го. Я все еще в этом госпитале. Сегодня нам передавали, что взят Берлин. Воевал в составе 860-й гвардейской десантной дивизии на 2-м украинском фронте. Контужен, дважды ранен. Последний раз очень тяжело. Был награжден один раз посмертно орденом «Красная звезда», который нашел его через 25 лет, в 69-м. Найден рисунок, вероятно, сделанный в госпитале после контузии. Уже тогда начались трудности с худсоветом. Вот строки из письма. Я начал делать рисунки на тему дистрофии. Меня ругают. Я же твердо решил, что для всякого искусства есть один путь – искренность. А это поэма Андрея Вознесенского, 64-го года. Эпиграф. Памяти лейтенанта Советской Армии Эрнста Неизвестного, павшего в атаке 2-го Украинского фронта. Неизвестный. Реквием в двух шагах с эпилогом. Лейтенант Неизвестный Эрнст
На тысячи верст кругом равнину утюжит смерть огненным утюгом. В атаку взвод не поднять, но сверху в радиосеть в атаку зовут твою мать. И Эрнст отвечает: есть. И смерть говорит: прочь. Ты же один, как перст, против кого ты прешь? Против глобальных зверств. Ты же мертв, сопляк. Еще бы, решает Эрнст, и делать первый шаг. Но выше жизни и смерти, пронзающие как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, что ты избрала меня. Сергей Никитич, а в какой форме Никита Сергеевич пытался извиниться перед мастером? И было ли это? Вы знаете, наверное, Никита Сергеевича не было мыслей о извинении конкретно перед Эрнстом Неизвестным, потому что он рассматривал те столкновения как столкновение двух течений, политических, а не художественных, идеологических быстрее. И поэтому в последние годы своей жизни он сожалел, что бил по своим, и что тем самым он уже с поддержки прогрессивного, так сказать, перешел на поддержку реакционного. А скажите, где истина, а где легенда о завещании Никиты Сергеевича? Вы знаете, тут трудно сказать в двух словах. Я могу сказать только одно, что на самом деле физически завещания не было. Но потому как эти были люди, как они относились друг к другу даже в том споре, который был, я могу сказать, оба были личности. И поэтому, когда меня спрашивают, было ли завещание, я отвечаю «да». А вам, как сыну, близок этот памятник? Знаете, он мне нравится сам по себе. Но я и говорил с Эрнстом, что мне хотелось бы, чтобы он был лучше. Но я никак не могу понять, чем он может быть лучше. Слушай, а чего ты уехал из Европы? Ну, это очень трудно объяснить. В Европе меня покупали лучше и знали лучше, чем в Америке. Но дело в том, что основная моя тема – это древо жизни. Пространство, скажем, географическое пространство, оно диктует пространство души. Только две страны есть, которые не смущаются грандиозностью, которым не кажется грандиозность чем-то вульгарным. Это Америка и Россия, или Россия и Америка, как хочешь. Вот представь себе пространство от Бреста до Владивостока. Угу. И вот хочется заполнить чем-то грандиозным. Европейцы, допустим, любят мои маленькие скульптуры, любят мою графику, но нечто грандиозное иногда им кажется вульгарным. И я думаю, что поэтому... Ну и, наверное, я думаю, еще твоя энергетика все-таки требует простора. Ну, это, я тебе скажу, вот как раз Тарковский мне говорил, что твое место только в Америке, я не понимал, в чем дело. Это не совсем верно, но в действительности ритм, скажем, ритм Нью-Йорка, а вообще древо жизни могло бы стоять, вообще парадокс. Древо жизни могло бы стоять в России, могло бы стоять в Америке. Правда? А лучше бы поставить два. Один в России, другой в Америке. А чем бы они отличались? А ничем. Два абсолютных идентичных. Но парадокс состоит в том, что вот сейчас, вот здесь, вот как раз здесь, вот где мы с тобой сидим, решается проблема, что ставить 15-метровое древо жизни. Не 100-метровое, а 15. Так что я только что говорил, что... Европейцам непонятен этот размах, я уехал из России в Европу, потом в Америку, и вдруг маленькая Швеция начинает отвечать совершенно парадоксально на этот вопрос. Вот, кажется, начнем. Замечательно. Маленькая-маленькая, музей первый твой сделали здесь. Да, это очень странно. Ну ничего, ну, Свердловский, может, когда-нибудь после смерти, где родился, а может, не надо будет. Доктор Асли, как все это произошло, что Эрнст имеет музей в Швеции? Это было в конце 60-х годов. Я прочитал в одной шведской газете
статью об искусстве в Советском Союзе. И самым интересным было описание встречи со скульптором Эрнстом Неизвестным. Я со своим старшим сыном отправился в Москву. И там я разыскал мастерскую Эрнста. Меня потрясла его энергия, его работы. Много лет спустя я прочитал в газете, что скульптор Эрнст Неизвестный уехал из Советского Союза и находится в Вене. Мы позвонили Эрнсту в Вену. Я рассказал, что хочу организовать его выставку. И он дал согласие на выставку в Утерсберге. Она открылась 14 мая 1977 года. Успех был огромный. И он стал приезжать к нам работать каждое лето. Рядом с нашей галереей есть старый заброшенный склад, кирпичное здание. И я подумал, а что если купить этот склад и сделать там музей? Со временем он превратился в своего рода культурный центр. Доктор Ашли, мне кажется, что и до сих пор это довольно редкий случай создания музея при жизни художника. Я знаю, что Эрнст много работает и постоянно пополняет экспозицию вашего музея. Мне стало известно, что он избран членом Шведской академии искусств, а вы получили орден за создание нового культурного центра. Так ли это? Да, безусловно. Это очень важно. Это имеет большое значение для всех людей. Искусство. Я это очень сильно чувствую. Это приятно слышать. Спасибо. Спасибо. Удивительно, что, переехав в Штаты, он оказался, как мне кажется, в пустоте, потому что здесь он был определенным таким, одним из центров интеллектуальной Москвы и художественной в 60-е годы. И это была команда Хрущева тогда, которую Хрущев собирал около себя. Это были все люди, известные тогда, политологи, или писатели, поэты, это были какие-то актеры. А в Штаты он приехал в пустоту, потому что там существует и всегда существовала совершенно другая художественная жизнь. И прошло немного времени, и магнетизм его личности, ее масштаб оказались таковыми, что не он стал пристраиваться к американской жизни, а американская жизнь почему-то сформировалась вокруг него. И у него появилась вся та же самая команда, которая была в Москве, только это были уже американцы. И он в ней выполняет ту же самую функцию, как генератор идей, как человек, который, я бы сказал, даже в каком-то смысле формирует современное мировоззрение. И человечески, и личностно, и как художников. Что вас связывало в этом? Вот эта атмосфера 60-х годов начала, она выявила целую, не очень большую, но все-таки группу художников, интеллектуалов, писателей, актеров, которые были связаны одной генеральной идеей. Идея эта заключалась в том, что хотели воспринимать весь современный мир во всем его объеме, со всеми его достижениями, и с научными, и с философскими, и быть на уровне, как бы в своем искусстве, на уровне этих достижений. Вот это меня с ним очень сближало, и несмотря на то, что я был всегда интровертом, а он экстравертом, может быть, именно поэтому мы и почувствовали необходимость какого-то общения очень близкого в творчестве, потому что то, что делал он, очень дополняло мне, как бы, картину искусства и мира, и то, что делал я, видимо, было для него необходимо. В данном случае, что он себя являл, всегда реализовал себя как личность в акте. То есть его экспрессионизм, его вещи. Это была интровертная, как бы, передача мира. Прости, ради Бога. Мне очень понравился твой рассказ. Когда ты сказал, ты говорил о Тарковском и о декадансе, где все расплывчато. И не закончил, но хотелось это услышать о своей линии, противоположность этому. Ты начал говорить, я шесть раз обвожу линию, ты сказал. Да. Нет, но дело в том, что это совершенно разная
формы искусства. Дело в том, что, скажем, Тарковского в кино, допустим, внимание привлекается таким образом, я не знаю, каким, как я понимаю, то, скажем, вот такой некоторой туманной среде появляется нечто, такое гипнотическое воздействие. Человек начинает приглядываться, что это такое. Постепенно из этого тумана что-то так вырисовывается, еще больше внимания, еще нас втягивает. И вот мы видим, что это затылок человека, к примеру, или фас человека, или сгорбленная фигурка, и так далее. Вот есть какой-то, так сказать, медитация, которая требует внимания. И так нас Тарковский втягивает. Там может быть прием такой расплывчатости и угадывания внутри. Как помнишь, неведомый шедевр. Это все расплылось. Тут совершенно обратный ход. Потому что монументальное искусство в первую очередь должно обладать знаковой сутью. Если хочешь даже узнать определенной плакатностью. Ну, скажешь, не плакатностью, а определенными принципами. Или определенной знаковой структурой. Ну, конечно, сигнал «стоп» — это еще не монументальное искусство. Это просто знак, визуальный знак для проезжающей машины, чтобы увидеть «стоп». Так ты что, хочешь быть очевидным? Вот. Супер очевидным. Мечтал создать «Адские врата», так я мечтал создать «Гигантомахию». Тема, которая объединила бы эту работу, была бы стойкость. Я не рассматриваю стойкость как положительное качество и стоическую добродетель. Я в ней вижу форму сопротивления. Мне думается, что такое мировоззрение есть одна из традиций русского искусства. Когда я прочел эти строки Эрнста, мне вспомнились мысли Чаадаева, который говорил, что лучшая часть русской культуры всегда была отражением отрицания. Громадное значение имел явленный самой жизнью тип человека, питающий отвращение ко всему, что совершается дома. Антигерой Пушкина, Лермонтова – одно из самобытных завоеваний русской культуры. Если не понять и не принять отрицание как душу культуры, многое даже в творчестве Пушкина останется тенью запутанных противоречий. Помните Базаров? Русский человек только тем и хорош, что сам о себе прескверного мнения. Джон Берджер, написавший одну из лучших монографий о неизвестном и назвавший свою книгу «Искусство и революция», Эрнст «Неизвестный и роль художника в СССР», сказал: «Неизвестный, достаточно смелый и отчаянный художник, чтобы чувствовать исторические события так, как будто эти события происходят внутри его собственного тела. Он без всякой риторики выразил страдания других людей перед лицом изменений действительности, которая идет слишком медленно». Искусство, по определению, оно антропоморфно. Это не значит, что художник должен имитировать внешнее сходство с миром. Он находит внутреннюю форму подобия, то есть он находит форму, другими словами. Каждый великий художник создает свою уникальную форму этого подобия жизни. Что такое крест? В просторечии говорится, каждый несет свой крест. В данном случае человек не несет крест, а крест внутри него. Как вера внутри человека. Как вера и долг. Кентавр. Из него вырастает крест. Мы знаем, что древняя цивилизация породила христианство. Распятый Петр был распят вниз головой. Но для меня это не Петр, это просто состояние, допустим, распятия более сложного, чем просто распятие на кресте. Прости,
пожалуйста. Это началось еще в Москве, в Альбом. Да, это сделано лет 30 тому назад. Ну, здесь опять снова распятый. Но ты видишь, это обычная моя метафора. Метафора, которая, мне кажется, типична для 20 века. А именно, машина-человек. Связь второй природы, технологии с человеком. Борьба плоти, духа и машины. Все рождается из всего. Афродита из пены морской, Афина из головы Зевса, Адам из земли, Ева из ребра Адама. Из машины рождается будущее. Древо жизни. Что такое древо жизни? Древо жизни должен быть монумент к 2000 году человеческой цивилизации. Древо жизни должно быть 150 метров в высоту и в ширину. Рассматривать это как просто скульптуру не надо. Это определенный тип, новый тип здания. Это здание в виде сердца, бионическое здание. Я поклоняюсь конструктивисту Татлину. Вот его башня интернационала подобна этому. Но разница в том, что Татлин шел от человека к машине, я же, разочарованный в фабианстве, возвращаюсь от машины к человеку. Простите, я не знаю, что такое фабианство. Ну, фабианство это... В двух словах есть. В двух словах это по имени английского философа названа, так сказать, идея, что технический прогресс определяет социальный. То есть поклонники технического прогресса. Например, когда Уэллс, который был фабианцем, назвал Ленина великим мечтателем, он его рассматривал как фабианца. Ну, допустим, что такое коммунизм, сказал Ленин? Это советская власть плюс электрификация всей страны. Подставь слово «рай» вместо коммунизма. Вот фабианцы верили, что технический прогресс создает рай. Хорошо, прости. Вернемся так, к сути. Так вот, это надо рассматривать не как скульптуру, а как огромное здание. Это здание состоит из 7 витков Мёбиуса. Опять поясню, что такое Мёбиус. Это знак бесконечности, названный по имени создателя этого знака, немецкого математика Мёбиуса. Почему Мёбиус? Во-первых, это знак бесконечности. Это сооружение ни в коем случае не претендует на храмовую сущность. Но оно учится у храмов. А мы знаем, что храм всегда был как бы моделью Вселенной. Если мы возьмем даже основание любого храма, это карта Вселенной. Сегодня многие математики считают, что Мёбиус – это и есть модель сегодняшнего представления о Вселенной, как о вывернутом пространстве. Ну, это ладно. Кстати, Мёбиус создает очень много возможностей. А почему? Потому что вот если ты посмотришь, например, даже вот эти картины сейчас, они по плоскости развиты. Значит, скульптура обычно, или живопись, находится или на плоскости, вертикальной или горизонтальной. Ну, в редком случае на куполе. Мёбиус же создает бесконечное количество отметок. Ну, ты как оператор, как фотограф, как художник поймешь, что это дает бесконечное количество возможностей относительно солнечного света. Почти миллионное. Математически беспредельное. Значит так, очень быстро. 7 витков Мёбиуса, 7 цветов спектра. Цвет будет меняться. Значит, почему такой огромный размер? Не потому, что я только претендую на большое, это было бы пошло. Потому что это сооружение единовременно и интерьер, и экстерьер. А поскольку это интерьер, значит, внутрь надо войти. Раз. Если я не ошибаюсь, прости, да? То ты еще... В иконографическом ряде еще отражаешь почти всю историю цивилизации. Ну, ты знаешь, у меня нет таких претензий, история цивилизации. Но, во всяком случае, я хотел бы ассорбировать самые противоречивые элементы. Все-таки это к 2000 году человеческой цивилизации задумано. Но вот что бы я хотел сказать, потому что вот на эту тему я 6 часов спорил с Сартром, который, в принципе, возражает против монументализма. Я знаю, что такие настроения сейчас есть и в Америке, есть и в Советском Союзе. То есть, как оппозиция к некоторому утопическому, героическому сознанию, возникает скептическое, боящееся большого масштаба. Мне кажется, что это грандиозная ошибка.
Дело в том, что это испуг пти-буржуа, посредственного мышления перед пространственным, трехмерным, объемным, красочным и желание свести все к плоскостному повседневному бытовому миру. В действительности, монументализм – это не просто, как тебе сказать, грандиозное. Да-да, Сталин использовал грандиозное как монументализм, Гитлер использовал грандиозное как монументализм, как количество материала, брошенного в пространство. Это не монументализм. Это плакатное безобразие. Подлинное монументальное искусство, оно интеллектуально. Как твой артек, например? Например, египетское искусство, церковное искусство, возрожденческое искусство. То есть масштаб нужен, но совсем не для того, чтобы поражать воображение масштабом. А почему? Потому что масштаб огромное или крохотное. Это поэтично, это выход из повседневного сознания. Понимаешь? Вот ты смотри, Володенька, дети любят сказки, в которых великаны и карлики. Это детское сознание, чистое. Народные легенды, все построены на великанах и карликах. В русских былинах, например, рученька, ручища у Хлебникова. Потому что это поэтично. И только сознание повседневного мужа, ворчливой жены в пиджаке ориентируется на масштаб софы, холодильника, телевизора, кастрюли. Понятно. Ты понял, о чем? Внятность поразительная. А я хочу вернуть тебя к одной теме, о меняющихся как листья экспозициях. Тема листья. Большое тебе спасибо. Древо. Как раз вот тут вот более даже реальный ответ, чем мой. Потому что мой поэтический, я то напомнил конкретно. Дело вот в чем, что фашистский монумент, сталинский монумент, он дидактичен, он неподвижен, и он не может диалектически развиваться ни в духовном пространстве, ни в реальном пространстве. Здесь же будет меняющаяся экспозиция. Это монумент-диалог. То есть внутри могут быть различные художники, различных школ, которые со мной будут сотрудничать. У меня сейчас больше 80 во всем мире добровольцев. Там будет кинетика, там будет концепт. Также различные машины. Например, вставлять в глаз пророк на турбину. Когда это будет устаревать, это можно будет доставать и заменять. Не будет... Вечно живой. Если я построю... А я надеюсь, что я построю. Причем я бы хотел построить, знаешь, где? Ну? Два одинаковых момента в России и в Америке. Почему? А это вот очень интересно. Это как символ, как мост, как замыкание всего мира в одной цивилизации, к 2000 году человеческой цивилизации. И в этом была его какая-то и привлекательность, и, я бы сказал, какой-то... ощущение опасности какой-то, потому что это уж слишком страшно, когда человек настолько внятно может осознавать, чего он хочет и что происходит в нем, тогда, когда он занимается своим искусством. Это Зеленоград, институт электроники, барельеф величиной 870 квадратных метров. Приблизительно полгода художественный, деловой, и даже политический мир, ну, скажем так, взволнован проектом Эрнста Неизвестного новой статуи свободы на Тайване. Эрнст получил аудиенцию у папы Иоанна Павла II, и они обсуждали вопрос возможного антропологического типа этой новой статуи свободы, равной по замыслу американской. Когда-то в 70-х годах мною была написана статья «Скульптурный алфавит мастера неизвестного». Статья была опубликована в органе польских католических интеллектуалов «Знак» в городе Кракове под опекой и благословением кардинала Войтылы. Этот кардинал Войтыла стал римским папой. Эрнст Неизвестный создал проект новой статуи свободы азиатского мира. Ну, а я играю роль для фильма, ну, как бы по-прежнему исследователя алфавита. Читаю текст, уточняющий алфавит. Творчество.
описывается как сила неба, удерживающая сезоны от энтропийного смешения. Колесо времени вращает свой гончарный круг, формуя скульптуры, единые в целостности служения закону жизни. Человек, познавший силу и неизменность закона перемен, делается причастным этой силе и именуется великим человеком. Он исцеляется от хронической болезни человека в его мании величия. Больного человека традиционные культуры лечат перед постановкой мощи закона перемен, закона природы. Исцеленный человек становится статуей свободы в ее подлиннике. Я думаю, что Эрнст принадлежит таким людям, которые выстраивают свою жизнь не по бытовым событиям и не потому, что кто-то в Мосхе захотел отнять у него мастерскую. И просто творил свою мифологию, а по его мифологии, по масштабу его представления о своем месте в мире, он должен был передвинуться. Он должен был заполнить еще какую-то большую часть пространства. Может быть, он даже это делал неосознанно, я не знаю, может быть, это осознанно. Но, во всяком случае, то, что он туда переехал со всей своей аурой, это было тоже одним из моментов его мифологии, мифотворчества, его мифотворчества. И поэтому, когда я услышал от кого-то из приятелей, что Эрнст женился на Жаклин Кеннеди, я понимал, что вряд ли это произошло, но мне это показалось очень убедительным, потому что это тоже накладывалось на вот эту идею мифотворчества, что после Манежа, после Хрущева, после памятника Хрущева, это было тоже одним из пиков его мифотворчества. И поэтому я думаю, что потом я узнал у него уже, что этого не было, что он просто с ней дружит, но значит, никакой свадьбы там не было. Но это меня немножко расстроило, потому что это уже как бы выпадало из карты. Выпало из вашего. Эдуард, значит, ты тоже считаешь, что Эрн живет по законам собственной легенды? Да, но каждый художник соответствовал должен быть своему мифу. И это очень важный момент, тем более в нашей стране. И я думаю, что он и по-человечески, и нравственно, его органика, это рожденная ситуация, а не придуманная. Это я увидел через скульптуру. Я понял классику через Эрнста неизвестного. Монумент жертвам сталинизма должен быть назван... Ну, конечно, может быть назван жертвам сталинизма, но для меня, в принципе, это монумент жертвам утопического сознания. И самым главной темой этого монумента и смыслом его созидания должно быть нравственное искупление общества и назидание потомкам. Получается так, что главные мои проекты мне снятся. Это было очень странно. Я был у себя в мастерской, и вот я во сне услышал хлопанье каких-то крыльев. Я как бы проснулся и увидел свет, такой фосфористический свет, а шум крыльев не прекращался. Я даже услышал голос: ты должен, ты обязан. Кстати, вот монумент и крест такой, вот, Тарковского, как протыкал это свечение. Я понимаю, что это выглядит очень картинно, но я это видел во сне. И я как бы второй раз проснулся. Я, оказывается, не сидел, никакого свечения не было. И я тут же начал звонить Корякину. Ну, я просто думал, что Юра, который меня давно знал, просто поймет, что я не вру. Мне хотелось с кем-то поделиться, я думал, с кем поделиться. Вот, вот, кстати, ответ на твой вопрос, Володя, связанный с Россией, что потерял, что приобрел. Вот, проснувшись в Америке, я все-таки не нашел, кому бы рассказать. Юрий Федорович, а как вам кажется, почему Эрнст придает вам такое значение? Потому что я его люблю. Знаете, у Гёте есть такие слова.
Ежели человек тебя в чем-то превосходит, полюби, полюби его или что? Или умрешь от зависти. Но если бы я был скульптором, то я бы его, может, и отравил. Только любовь проницательна и догадчива. Эрст, чем тебя так манит образ кентавра? И мне чудится нечто сокровенное в них. Как ни странно, когда мама мне в Нью-Йорк привезла мои рисунки 9-летние, 8-летние, там уже вовсю гулял кентавр. Значит, это существо меня уже привлекало изначально. Я не знаю, что вперед получилось. Я вылепил кентавра или объяснил его. Кентавр для меня двуедин, диалогичен. Наше время мне представляется временем кентавра. Для меня кентавр – это соединение человеческой природы, животной природы и технологий. Мы кентавры. Например, я сейчас разговариваю, мой голос продолжается на магнитофон, мое лицо на пленку. Мы соединены с технологией так же, как в старину скиф с лошадью или человеческий торс с торсом коня. Мы сами не понимаем, насколько вторая природа стала частью нас. Это не литература, это чувство, мое чувство. Мне все время не чудилось, а явно выпирала из него какая-то чудовищная энергия фактически сексуального заряда, темная и анархическая. И, как ни странно, при этом она отливалась в какие-то ясные и внятные формы. Это неожиданно. Но он был ведь, из-за этой энергии, наверное, он был натурален очень. И жил все время на пределе, как бы раздирал на себе рубашку, и, очевидно, все чувствовали в нем мужчину. А это было какое-то натуральное существование бойца. Эрнст, ставит ли перед тобой жизнь вопросы, на которые у тебя нет ответа? Если подумать о главном, то кто мы, откуда мы, куда мы идем? То есть толстовский вопрос? Нет, это Коген написал на своей скульптуре. Возможно, это вопрос, который задавали все, всегда. Есть что у тебя не получается, что ты хотел, а не получается? По-моему, все не получается, как я хотел. Как ты оцениваешь, получилось или не получилось? Существует столько способов оценки и самооценки, сколько артистов. Я могу сказать, что я делаю. Вот у меня есть внутреннее напряжение, какое-то состояние. Вот я смотрю на скульптуру и ощущаю, что это неадекватно моему состоянию, моему напряжению. Пытаюсь достичь, но это неуловимый процесс. Никогда скульптура не адекватна моему напряжению, так что я никогда не достиг того, что хотел. Я думаю, что как вопрос судьбы, рассматривается и вопрос о его возвращении сюда. Не о возвращении полном, скажем, получая советский паспорт и так далее. Это не важно в данном случае. А важно как возвращение, как замыкание, что ли, судьбы. Цикл вот этого мифотворчества. Что возвращение на родину с триумфом, с ожидаемым триумфом, это было бы завершение вот такой как бы победоносной судьбы на уровне греческих трагедий. Вот. И я думаю, что это совершится, я в этом убежден, и я даже думаю, что он, видимо, один из главных людей, способных сделать памятник жертвам сталинизма. Я думаю, что просто другой фигуры у нас нет для этой цели. А как вам кажется, он хочет вообще вернуться или только сделать это и уехать назад? Мне что-то кажется, но я об этом говорить не хочу. Эрнст, было что-то важное, чего ты лишился, покинув среднюю? Ты знаешь, я уверен, что каждый сильный художник прорастает в пространстве, как бы наживая в нем свою атмосферу. Есть что-нибудь, чего тебе не хватает из прошлой жизни? Ты сказал Сретенка, то есть сузил проблему. Я понимаю, что за этим стоит Россия, Москва, Родина, Урал. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты правильно мне сказал, что, скажем, даже вещи насыщаются энергетикой человека.
И как, вырвавшись из той энергетики, которая была создана, я себя ощущаю. Должен тебе сказать, что от перемещения географического тела пространство и география моей души не меняется, тем паче, что все мои усилия даже внутри России, внутри Сретенки, было создать свою такую биосферу, какое-то защитное поле от многого, что могло бы мешать мне работать. Есть шумы, есть огромное количество шумов. Так, скажем, чиновничий лепет, безобразие поведения коллег зачастую, недостаток материала. Поэтому мне приходилось создавать некоторую защитную биосферу, свой микромир. Ноосферу. Как? Ноосферу. Абсолютно точно. Из интеллекта, в котором ты себя окружил. Из всего. Но интеллекты, ладно, я сейчас говорю больше даже о себе. И вот эту сферу я перенес в другой мир. То есть практически как бы ничего не изменилось. Хотя кое-что изменилось, потому что я считаю, что это вообще трагедия русского интеллектуала вот в период, как говорят, застоя, который я пережил. Мы все были чемпионами. Я надеюсь, что и ты чемпион. Но, увы, мы никогда не брали Эверест. Мы всегда шли по болоту. То есть усилия мы тратили те, которые нужно, чтобы брать Эверест. Но шли по болоту. Переехав на Запад, сохранив такое же отношение к миру, я несколько выиграл в том смысле, что усилия не пропадали даром. Из борьбы партийной стала спортивная. Но в глубинах моего «я», что ли, конечно, что-то потеряно. Вот именно вкус воды, гул ветра, голос друга, запах тела любимой женщины. И вот если говорить о ностальгии, у меня нет ностальгии в том смысле, как это описывается классически, как эмигрантское страдание. Хотя бы в силу того обстоятельства, что мой мир – это не вещественный мир предметов, а это мир моего творчества. Практически я мог бы работать и на Марсе. Но где-то, особенно с возрастом, нас догоняют прошлое, тени, тени несделанного, тени недоговоренного, тени недолюбленного, тени недосмотренного. И это верно. Я, например, сейчас, если хочешь знать, скучаю не по Сретенке, если скучаю. Но когда я закрываю глаза, мне хочется увидеть озеро Тургаяк, уральские сосны. Ясно, что запахи, пение птиц, шелест травы, голос друга невосполним. Все мы родом из детства. Да. Мы начали эту вечную тему в Стокгольме и продолжили в Америке. Это место, где выселились первые поселенцы. Ну, а сейчас гуляют здесь новые. Вот мы с тобой говорили о ностальгии. Право, у меня нет ностальгии по березкам. Хотя бы они у меня есть в Швеции. У меня есть ностальгия поистине. Темп его жизни попасть нелегко. Мы прилетели в Нью-Йорк 18 мая. Застали 4 его выставки. 3 в Нью-Йорке, и 26-го открылась выставка в Сан-Франциско. Это выставка скульптуры в галерее на Хамкина в центре Нью-Йорка, на Мэдисон-авеню. В газетах ее называли «Бронзовый век». Это распятие приготовлено на могилу Андрея Арсеньевича Тарковского.
Это Сохо, район Манхэттена, в котором стали селиться художники. Недалеко отсюда построил свою мастерскую Шемякин. Здесь Эрнст начал сначала. Сейчас мы увидим его мастерскую. Действительно, расположением помещения она напоминает мастерскую на Сретенке. Что я больше всего в людях люблю? Волю. Что воля подавляет низменное, что в нас есть. Что же я не люблю в людях? Это необоснованную претензию. Сталин и Мао Цзэдун, профессией которых было делать историю, а оказалось, что они сделали краткое время, а история обратилась против них. Замечательно красивая у тебя студия. Скажи, пожалуйста, как ты сам оцениваешь итог 13-летний? 13 лет назад ты уехал. Жив, работаешь, ну, чего ж еще, а? Мое ощущение, что, ну, ты всегда работал очень напряженно, но количество результатов больше. Продвижение, мне кажется, активнее. Слава Богу, мне трудно судить, но ты же сам видел, был в музее, знаешь, что строю модель древа жизни большую, статую Либерти. Мне не хочется говорить, ты же сам был на выставке, ну ты сам видел. Конечно. Наша художница назвала это дерево, деревом Эрнста. Я люблю это дерево. В действительности деревом или деревьями Эрнста здесь называются уральские сосенки, которые посадили рядом с музеем к дню моего рождения. Когда-нибудь они, наверное, выросли такими же большими. Может, меня уж тогда не будет жалко. В моем мальчишеском кино будущее виделось грозным, ярким, значительным. В реальной же жизни, став настоящим, превратилась в пошлую карикатуру. Мистерия превратилась в фарс. Все, что может Эрнст сказать Эрику: я не изменил тебе, Эрик, хотя во мне ты можешь не узнать себя взрослого. Поверь мне, я остался таким же, как был. Я люблю все то же, что и ты, но жизнь оказалась не соответствует нашим представлениям. В ней нет места героическому. И дело не в том, что меня на войне вышибли межпозвоночные диски. Позвоночник потянул череп вниз, вдавив деформированную башку в плечи. И отсутствие нескольких ребер скособочило меня. Ты ведь знаешь, Эрик, что и к этому, и даже к худшему был готов. Самое худшее, что я поглупел. Поглупел до неузнаваемости. И это наложило печать на мое лицо, превратив его в личину. Да, ты, мальчик, был гораздо умнее меня. Что такое наш взрослый опыт? Это целенаправленное поглупение. Это измена реальности, когда несущественное, неинтересное, дробное, но нужное для того, чтобы выжить в стаде таких же, как ты. Взрослых кретинов знания заслоняет мудрость юности, которая нам, взрослым придуркам, кажется наивной и смешной. Thank you.